Ребята разделились на команды и проходили различные спортивные испытания – бег, прыжки, эстафеты с мячом, обручем. Также показали свои умения в оказании первой медицинской помощи. Все ребята в упорной борьбе смогли проявить свои спортивные способности и навыки. Болельщики переживали за свои команды и поддерживали их. Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали ребят настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Они поняли, чтобы завоевать победу, мало быть просто физически сильными. Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованными и собранными. Все участники получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. Состояние удались на славу, потому что давно не было таких развивающих спортивных игр. Я очень рад. Достаточно интересная идея, было очень весело. Ну, мне кажется, всем, кто принимал участие в этих состязаниях, было очень весело, ну, и здорово. Положительные эмоции получил, тем более мы еще и выиграли в этих состязаниях. Все было очень интересно. Мне очень понравилось это состязание, особенно вот последний конкурс. Там присутствовали акробатические движения, которые я раньше занимался спортом, дзюдо. Вот, и там были эти акробатические упражнения, и мне было легко. Мне больше понравилось то, что надо было первым забить в кольцо, потому что я занимаюсь баскетболом, мне это больше всего понравилось. Также у воспитанников лагеря в свободное время появилась возможность играть с новыми мячами в баскетбол и настольный теннис. Спортивные снаряды им подарил депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. Хорошим людям хорошие слова говорить нетрудно. В нашем городе Десногорске еще много хороших людей. Людей, которые помогают безвозмездно, помогают детям, помогают нуждающимся. Я сегодня хочу поблагодарить Михаила Васильевича Лосенко, депутата областной думы, за помощь, реальную помощь, которую он оказал воспитанникам лагеря «Круто». Это теннисный стол. Благодаря новому теннисному столу вы можете посмотреть, какой он был в состоянии у нас старый. Мы проводим теннисные турниры. Сегодня у нас был День здоровья. Вы сами посмотрели, как это увлекательно и интересно. Михаил Васильевич подарил нам еще и мячи для баскетбола, потому что Десногорск – это площадка и планета баскетбола. И мы хотим 3-4 что сказать? Спасибо!